Всем привет, дорогие зрители! Сегодня готовлю бюджетное блюдо на ужин. Запеканку из капусты. Я сегодня мариновала капусту опять, потому как ту мы съели уже. Мы видео снимали, маринованную капусту. Осталась одна баночка, пришлось мариновать. Ну и вот, я сегодня труженица труда, думаю, ну надо же сделать и запеканку. Примерно вот здесь вот у меня грамм 500 капусты, я ее нашинковала вот для мариновки и отложила себе. Что мне еще нужно будет? Яйца, сметана, майонез. Я сюда уже положила, и вот ложка сметаны. Крахмал, мука, соль, перец красный, сыр, лук. И сейчас я уже начну готовить. Луковицу я порежу. Рассыпалась у меня эта луковка. Что-то давно видео не снимали эти кулинарные. Совсем настроения нет чего-то. Депресняк зимний. Витаминоз. Этот лучок я сейчас обжарю на сковородке, чтобы быстренько мы... Ну все, буду обжаривать лучок. Пока у меня греется там сковорода, я вот кладу в чашку, размешивать буду. 3 ложки майонеза у меня там. Сейчас. Так, ложка крахмала. Я сразу сухой ложкой достану. И 3 ложки муки. Белый порошок. Крахмала, белый порошок, муки. А я что, ложку другую не брать? Так, теперь что тут? Сметанки еще нужно. Вот у меня 3. Что будет у нас? Это у меня заливка такая будет для запеканки. 3 яйца я взяла. Короче, все по 3, кроме как крахмал. Это я сейчас посолю. Примерно, наверное, пол чайной ложки я тут соли набабахала. Поперчу. Красный перчик у меня. Так. От души, наверное. Все идет задорно. Размешаю теперь это все. Вот такая заливочка. Я сейчас еще промешаю. Хорошо, чтобы она у меня однородная была. А то я же все по-быстренькому. Так, идем уже обжаривать лучок. Наливаю масло. Так, примерно 2 ложки. Кладу лучок. И крышку не закрываю, вот так обжариваю. Лариса там занимается приготовлением заливки. Мне тут поручила помешать лук. Давай. В кои-то веки. Ну, ты же иногда мне помогаешь. И что я сейчас хочу вам сказать, что когда пироги делаю или запеканки, потом в духовке капуста немного как будто недоготовленная. Поэтому я сейчас ее выкладываю в сковороду. Я вот этот раз сковороду-то маленькую купила. Что-то капусты как-то у меня тут много утрамбовала, что ли. Вот я ее хочу тоже немножко потушить. Ну, минут так 7 потушу, чтобы она у меня это помягче была, не была сырой. Я перемешала капустку и вот подсаливаю ее. Добавила еще 2 ложечки подсолнечного масла туда. Подсаливаю и немножечко красного перца. Подперчиваешь? Перчинки добавляешь? Да.
Вот. Сейчас еще раз перемешаю. Ну, смотрите тут. Вкусно пахнет, конечно, капуста. Вот. У меня сегодня без фарша, без мяса, просто капустная запеканка. Жарила я ее под крышкой, подержала, наверное, минутки две. И так вот минутки 3-4. Все, я ее убираю. Слишком я сильно не буду ее разготавливать. Ее запекать буду. Все, выключила плитку. И сейчас будем дальше готовить эту запеканку. Немножечко масла. Которое в духовку пойдет. Да. И сейчас закладываю сюда. Кладу, мне же по-быстренькому надо, кушать очень хочется. Капусту сюда. У меня уже там духовка разогревается. Так, капусту я выложила. Я прям ее так сейчас постараюсь немножко разровнять. Сейчас я ее сначала... Это у меня зелень, я ее намораживаю летом. Так, лучок прям со снежком зеленый, меленький. Так, переехала в другое место. Выливаю эту заливку на капусту. Я еще раз повторяю, я хочу сказать, то, что я на повара не училась. Просто готовлю для себя дома. С вами делюсь вот то, что мы кушаем. То и вам показываю. А то сейчас начнут там, то я неправильно сделала, и другое я неправильно сделала. Наши люди доброжелательные. А, Анжелика, приглашаю тебя. Ты любишь пробовать? Всегда говоришь, скоро приеду. Вот давай приезжай, уже готов, скоро сготовится. Ну, через 20, да? И вот так вот ее сейчас протыкаю. Да, минут 25 и будет готово. Это же супер блюдо. И быстро, и бюджетно. В наше время самое главное же для того, чтобы бюджетно покушать дома. Подешевле что-то приготовить. Так, сейчас я засыплю это лучком зеленым. Прям летом запахло. Правда, луком запахло. А сейчас еще и укропчика добавлю. И мне всегда соли не хватает. Немножко соли. Так, подсолю. Чуть прямо щепоточку. И что сейчас вот я говорила, нет, не помню. У меня 200 грамм сыра было. В начале видео так говорила. И я сейчас прям засыплю все, чтобы не возвращаться к этой запеканке больше. Прям сразу поставлю ее. И будем ждать минут 25. Все ставим в духовку. И ждем. Все, стоит в духовке. Я хочу показать, поделиться. Я сегодня мужу своему говорю, слушай, говорю, у нас у декабриста крыша поехала. Он говорит, почему? Я говорю, так он в декабре должен цвести. У моей бабушки был, всегда в декабре цвел. А он говорит, так он в декабре цвел, это меня же не было. Теперь он решил еще и меня порадовать. Видите, распустились такие... Ему очень хорошо. Ну, такие прекрасные цветочки, классные. Мне так нравятся. А я уж смотрела на него, думаю, какой-то вообще что-то не цветет. А вот этот тоже, кстати, должен цвести. Это мне когда-то давно Юрина мама, свекровь моя, привезла. Вот такой усенький, маленький, вот такой вот, наверное. И вот он вырос. И что он не цветет, не знаю. Ему, наверное, слишком шикарно там, земля хорошая. Ну, надо его в космос. Посадить какой-нибудь песок, пусть радуется.
Опа! Ой, 20 минут, 5 осталось. Ну, нормально так, симпатично. Все, прошло 25 минут. Ух ты! Жарко? Жарко, жарко. Такая она зажаристая под сырной корочкой. Отлично, все, кипит. Вкусненько. Сейчас положим в тарелочки, сейчас я принесу. Как бурлит. Положу нам в тарелочки. Наверное, у нас уже чайник закипел. Наверное, надо было подождать. Но очень кушать хочется, да? Угу. Кладу на тарелочку. Красота. Что, главное, чтобы красиво было или вкусно? Или и то, и другое важно? Я думаю, то, и другое. Вот такой у нас бюджетный. Сегодня ты мне жена... Посчастливилась? Да. Честь выпала попробовать. Да. Первому. Как тебе? За уши не тащишь. Классно. Не забывайте ставить лайки. На рыбалку не пойду. Дорогие наши подписчики. Там мы анекдотов сейчас наслушались, поэтому он говорит, на рыбалку не пойдет. Ладно, всем пока. Пока. Всем приятного аппетита. Кушайте вместе с нами запеканку. Готовьте и кушайте. Пока-пока.